Друзья, всем привет! Сейчас мы посмотрим финансовые штучки всякие интересные, касающиеся Вакакоина. Значит, вот есть сайт. Я его, кстати, давно узнал. Просто человек просил сегодня разместить. Я не люблю. У нас и в описании, да, вот новостей мы стараемся не давать ссылки на сайты, потому что какой-то вот сейчас кидают, там авторизацию просят. То есть вы не вводите нигде данные своего аккаунта контактовского. Вот, потому что это могут быть фейковые сайты. Вот. Есть, кстати, предостережение ВКонтакте по поводу этого. Вот, это фишинговые сайты, они собирают ваши данные и так далее, могут увести аккаунт. Ну, я не знаю, честно говоря, я такие сайты не проверяю. Вот. То есть там, где есть отдельные регистрации, которые более-менее там вызывают доверие, можно опубликовать. Вот. Ну, это там в качестве новости, это, естественно, все не за деньги, да, публикуется. То есть просто для вашей пользы, да. Вот. В общем, есть сайт, где можно купить или продать коины напрямую игроков без лишних посредников и переплат. По информации сайта, сделки безопасны. То есть это не я пишу, что они безопасны, у них так написано. Я не знаю, это только вы можете сами там проверить, насколько они безопасны. Может, пользовались уже, там, пишите в комментариях. Нормальный сайт. Ну, в принципе, там много чего есть. Вот. Продавцы получают оплату только после выполнения заказа. Подробнее, блин, вот это надо было убрать. Редактор чертов. Вот. Текст вообще не может набрать. Один миллион. А, один КК равно 1 миллион. Ну, это мы знаем. Так, вот ссылка. Ссылка, кстати, я не знаю, в описании давать нет. Ну, в группе будет, не буду ее. Еще просто, ну, такой уже пиар совсем, как бы, да, этого проекта. Еще подумать, что я ангажированный. Ну, ни копейки я не получаю, даже ни одного коина от них не получил. Вот. Да, сейчас перейдем на сайт, посмотрим. А, давайте комментарии. В общем, спалили тему, очень жаль. Я, честно говоря, не знаю, спалили. Я просто давным-давно писал. Не писал. Я просто, ну, не хотел, когда на сторонние сайты давать ссылки. Давно это видел, еще там про биржу. Я так и не снял, кстати, ролик про биржу. Вот. Давно еще какая-то биржа появилась. Вот с этим тоже, какой он там представлен. А, ну там, по-моему, он был забит, но там что-то ни цены, ничего не было, поэтому это было неинтересно. Вот, а вот этот сайт непосредственно, он был, ну как бы я особо тоже не стал по нему заморачивать. Ну, сейчас решил, просто человек попросил. Вот, спалили тему, очень жаль. Это приведет к росту цены. Ну, не знаю, к росту, не росту. Мы сейчас прикинем, какие у нас там цены. Потому что я, честно говоря, не помню. Цены я не помню сейчас какие. Ну, так где-то 17 рублей, наверное, ориентировочно. 15 рублей за миллион. Посмотрим, почем там продают. Я там брал из таких, как ты, цена летит на дно. Александр, я там брал за 5 рублей. ВК продавать за 10. Теперь хер кто будет покупать за 10. Соответственно, цена упадет еще больше. Наоборот, цена вырастет, если... Будешь брать за 10, продавать за 15 и так далее. Что-то я не понимаю раньше, теперь. Ну, в общем, короче, спор. Я не покупаю, не продаю, просто это ради интереса. Вот, и я, честно говоря, даже не знаю людей, которые покупают и продают. Я, в принципе, купил бы, да, для группы, но у нас вроде пока есть деньги. Тема топ, цены там реально низкие. Ну вот, уже доволен. Ну и слава богу, самое главное, чтобы все довольны были. Вот. Ну, я думаю, может, и вам пригодится, поэтому пользуйте, да, на здоровье. Вот сайт такой, вот здесь всякие продаваны есть. Трясется все. Не знаю, я регистрироваться не буду, сами как хотите там, надо, не надо. Тут отзывы, кстати, есть, и пишут, да, что типа сделки безопасны. Вот, цены, значит, за миллион. Цены-то не показал я ни хрена. Молодец. Да, вот. Вакакоин. Наличие 2 миллиона. Цена за миллион. 5 рублей 30 копеек. Ну, очень дешево, да. Очень дешево. 5.30. Да. Тут по цене упорядочено, кто-то и больше продает. Вот. Ну, тут, естественно, конкуренция огромная, площадка большая. Она, кстати, и тогда еще, когда я заходил туда вообще, там, не знаю, может, 10 числа, это уже... Его продавали активно здесь, и, в общем, уже цены такие были.
Ну, не такие были, да, ну, более дешевые, ну, как более дорогие, вернее, ну, дешевле, чем на площадке ВКонтакте продавали. Ну, здесь что-то уже какие-то дикие цены. Вот, ну, конкуренция, да, рынок сам определяет цену, то есть, в принципе, можно вполне для определения курса ориентироваться. Ну, кстати, зря это сказал, на самом деле, не очень хорошо, не очень хороший ориентир, вот. Вот этот человек, он в принципе теоретически может просто, это я не говорю, что он так и есть, но теоретически может просто демпинговать, да, то есть он, у него нет этих коинов, либо они есть в ограниченном количестве, вот, и он, допустим, может, ну, не он, да, мы какой-то воображаемый, скажем так, человек, вот, может просто писать такие цены, чтобы подорвать рынок, да, а реальные цены начинаются, допустим, отсюда, к ценам, к которым мы привыкли там за 15 рублей. Вот. Так часто делают на Авито, тоже на других площадках там сбивают, ну там, то есть несуществующий товар выставляют, который там либо кидалово, там, да, на машину, допустим, либо, ну, очень низкая цена, либо, ну, просто нету, да, то есть вам скажут, да, давай сейчас там, тыры-пыры, вот, ой, извини, там, типа, нету, или, допустим, ты хочешь купить, он там снял, товар, да, ну просто перед носом, да, снял, сказал, что там другому продал. Ну, это теоретически, да, я говорю, я не знаю, как так. То есть, если вы проверите, купите, как бы, да, скажете там, что да, все четко, там, купил, да, без проблем там. Вот. Потому что наличие вообще небольшое, да, там, 2 миллиона всего. Вот, это 600 миллионов. Ну, не знаю, надо просто попробовать, покупать и уже делать выводы. Но пока я не могу как бы судить об этом. Пробовать я не буду, потому что они не нужны. Ну, 5 рублей вообще не вопрос. Ну, просто вот эта заморочка, да, там транзакции какие-то, да, там что-то мне там на кошелек какой-нибудь там нужен. И, кстати, ой. Если сейчас здесь есть вход через ВКонтакте, вот, чуть повыше надо поднять. Покажется. Я жму, он типа пишет, не могу, в общем, короче, ошибку выдает. Вот. Ну, регистрироваться я не буду в сервисе. Ни к чему. Ну, кто хочет купить, у кого есть необходимость, попробуйте. Кстати, напишите в комментариях, здесь есть и отзывы положительные. То есть, в принципе, я думаю, вполне возможно. Вот. А также бывает, что просто человеку нужно срочно продать, да, там, ну, в кэш выйти. Хотя, ну, смысл продавать это, наверное, осталось уже 2 миллиона. То есть, распродал, вот. То есть есть 600 миллионов у человека, да, он там готов их продать, вот, за 5.30, за 5.30, да, за миллион, 5.30, сколько, на сколько, на какую сумму, давайте посчитаем, что-то башка не работает, в голове не буду считать, чтобы не обмануть, на 3, ну, короче, у меня на 3.180 сумм, ну, в принципе, неплохие деньги. Вот. Я бы не отказался. Но у меня их нету такого количества. А свои там несчастные 9 миллионов или сколько, 15, я даже не помню. Я продавать не буду, но это вообще смешно. 15 миллионов у нас, если вот по этой цене 5.30, да. 15 на 5.3. На 79 рублей, ну это прям вообще, это смешно очень. Ну, не нужно мне это. Все, всем пока. Стоп. Да, наверное, пока. Я просто хотел еще про одну тему рассказать. Но это будет тогда уже в следующем видео, потому что видеоролик затянулся, что-то я много говорить стал. Вот, будет, значит, ролик про биржу, да, какая-то буржуйская биржа. Ну, это, я думаю, туфта, так, в большом, как бы, да, смысле слова. Ну, как бы нам, как прикладная. Вот это просто продать за рябчики, это еще, ну, нормально. Ну, а там переводить вам в биткоины, ну, честно говоря, я не знаю, насколько это целесообразно. Вот, и вообще, возможно ли это, и насколько это возможно. Ну, кстати, кто будет пробовать, тоже там напишите в комментариях. Вот, в общем, ссылка на группу будет в комментариях, там даже на пост, и можете там посмотреть. Вот, да, и вступайте в группу, там бывают новости, сами присылайте что-то, если знаете. Вот, все, всем пока, спасибо за внимание.